После отъезда из Ботлиха президент встретился в Махачкале с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. В субботу он защитил в Абу-Даби свой титул, победив американца Дастина Порье. Это 28-я победа в его карьере. Нурмагомедов еще не потерпел ни одного поражения. Владимир Путин захотел лично поздравить спортсмена. Хочу вас поздравить. С вас начну, с победой сына. Спасибо. Достойная победа. И, по-моему, достойный противник. Сильный, да. крепкий боец. Уважительный, крепкий, сильный. На этот раз уважительный попался. Ну, это от человека зависит. Вообще классный спортсмен и должен быть таким. Иначе не может быть. Но победа убедительная. Я посмотрел, видел. Молодец. Спасибо. Хороший удушающий прием. Спасибо. Так. На этот раз отец рядом, так что подводить нельзя было. Такой классический удушающий прием, правильно. Спасибо. И на горло ты ему не давил. Нет, ну правда. Нет, я видел. Он же с двух сторон как положено сжимал. Там как, так все по-честному. Все по-честному. Вначале старался через челюсть, но в первом раунде. Он чуть-чуть правильно уходил, еще так рядом с отцом, так попали с действия всегда и валил, когда. И так душу что-то не получилось. Я отцу говорю, не получилось. Он рядом через сетку, я вижу метр между нами. И друзья вышли, они говорят, а ты с отцом разговаривал, он тебе сказал, первым надо его не заканчивать, или что он тебе говорит? Мы давно слышали, отпусти, по-моему. Не, я ему сказал, не получилось. И что-то такой диалог. Не суетись, все будет нормально, не суетись. Ну, он удар тоже неплохой, посмотрел, да? Да, его зацепил. Один раз зацепил. И вообще, ну, он все бои выигрывал стойки, и руками, ногами, прессингом. Но мы ожидали, что он в стойке будет чуть-чуть быстрее, чем я на руках. И ну, вот это возня, все, она его чуть-чуть замедлила. То есть потерял скорость, темп потерял? Потерял скорость, да. Потому что, что? Если в первом раунде я шел бы на, так скажем, на зарубом, было бы чуть опасно. Мы в первом раунде его завозили, а вот во втором раунде чуть-чуть застоялся в стойке, бах, один пропустил. И слышал отца недовольный голос. Уже надо возвращаться уже к борьбе. Правильно, надо использовать свои конкурентные преимущества. Да, это правда. И не позволять ему сделать то же самое. Да? Не позволять ему сделать то же самое. Он чуть повыше же тебя, да? Одинаково. Просто одинаково. Но я не думал, что. Я думал, что во время боя я чуть-чуть больше буду. А вот зашел, смотрю, ну, не меньше. Потом в клинче тоже чувствуется, что. Не выступает физически. Я понял, что придется его завозить. Придется с ним чуть-чуть потягаться. И что интересно, там жарко было очень. Как зашли, даже вот с первого клинча скользко было. Я вот так ногами завел, руками корпус взял, смотрю, скользит, от захвата быстро уходит. И чуть-чуть перестраиваться только пришлось во время боя. Но это дополнительные сложности создает, конечно. Ну, есть хитрость такая. Волосы мажут, она высыхает, когда обогревается и потеешь, и начинает сползать, даже на скользко. На тело же уходит, и еще. Хитрость. Да, очень много нюансов. Серьезно. Да, очень много нюансов. И еще постоянно же в Штатах дерешься и заходишь, то публика поддерживает своего, да, и привык, что освистывает. А здесь заходишь первый раз, и вся публика тебя поддерживает. А я этот, ну, этот фактор я не учитывал. В раздевалке чувствовал, как обычно, перед выходом чувствовал, как обычно. А когда вот начал заходить, вот эта поддержка, все, смотрю, столько близких, родных в зале. И такая чуть-чуть, такая давку такую почувствовал. Про себя думаю, ну, давно такой давки не было. Ну, пока бой не начался, как зашел, все, вот это минут пять. Кучу давку почувствовал, хочу себя прийти, никак не могу, смотрю на отца. Отец тоже чуть нервничает, я ему говорю, ты хоть меня не заставляй. Узнал, папаха, когда увидел, я думаю, как дома попал. Да, а потом, как бой начался, уже там уже. Ну, тебя, я видел, пару бросков прошло, так поднимал. Да. Я еще
прям перед боем. Другу говорю, он говорит, правой рукой на гильотину заходит. Я у себя и смотрел, он лево не заходит, он так во время борьбы защищается, отдает левую ногу и правую руку заходит. И левую ногу, он же левша, левую часть растягивает. И я ему говорю, я ему хочу шею отдать, чтобы он зашел мне, чтобы он во время душевшего, чтобы он потратил силу. Это опасно. Это очень, очень опасно. Я ему отдал, можно не заметить. Да, да. Я ему отдал шею и левую ногу закидываю, чтобы он обоими меня не прихватил. А я смотрю, что-то через ногу у меня душится. Может, этот сильнее и сильнее. Я такой раз поменял положение, второй раз пришел, еще сильнее затянул. И думаю, надо выбираться. Правильно. Да. Можно просто не заметить и уснуть. И уснуть. И уплыть. И просыпаешься, все произошло. Все закончилось. Что такой момент тоже был, что-то не прочитал. Ну, я тебя поздравляю. Очень хороший поединок, красивый. Честный и красивый. Такая эффектная победа. Здорово. У вас как здоровье? Очень хорошо. Нормально. Лучше, чем утра. Слава Богу. Понимаю, с вашим графиком там. Я думаю, без спорта будет очень тяжело. Точно. Да, невозможно. Невозможно. Особенно подрывает это смена часовых поясов, конечно, да. Он в Владивостоке у нас 7 часов разницы. Да. Трудно привыкнуть. Там не спишь, потом сюда приедешь. Здесь не спишь. Здесь не спишь, да. Двойная акклиматизация. Да, ну ты же знаешь, что... Мы вот прилетели с Калифорнии, туда там тоже 11 часов разница. И где-то неделю, да, вообще в себя не проходили. Ну. И постоянно узнаешь, а соперник прилетел, по-любому же чувствуешь. Они говорят, он 30-го прилетел, просил, я думаю, так, подожди, я когда прилетел 17-го, я через 10 дней только себя прошел, на 7 числа, так что у него будет акклиматизация. Тоже ищешь себе плюсы. Правда. Да, она же через неделю где-то пик бывает. Да? И эти моменты они же не учитывают. А я постоянно, когда туда прилетел, там по своим делам там, и так далее, идешь в зал, тренируешься, ты задыхаешься. И заранее мы знали, что там климат пустынный, нужно заранее прилетать. Пустынный климат? Ну там пустыня же. 43-46. Мы прилетели с 40. И горячий ветер такой, да? Очень сильный. А там еще они новую арену построили. И арена где-то на процентов 80-90 только дана была. И с кислородом очень проблемы были. Там около 20 тысяч, арена полная, еще люди внутри, еще жара снаружи. И мне еще говорят, в зале очень жарко. Вы представляете, сейчас к главному бою еще все соберутся, и еще больше жарче будет. Так? 14 градусов разница была в раздевалке и в зале. Прилично. А сколько вообще в зале было? Температура 20? Температуры, больше 20. Больше 20 было. А в раздевалке холодно было, там, потому что маленькая раздевалка. Кондиционер, а вот зал пошел, там чуть жарче. Как только зашел, я даже не начал драться, я уже плотно был. Что-то такое, такие моменты были, которые первый раз мы сталкивались. И отца первый раз у себя там вывезу. Дерешься там по-любому, где-то там в мыслях отец есть. Что-то отвлекало, честно говоря, но я ему не говорил. Здорово, молодцы, поздравляю. Спасибо.